опубликовала фото и видео расстрелянных украинскими диверсантами автомобилей, а также заложенных мин в Брянской области. Накануне вечером в ФСБ заявили о пресечении вылазки украинских диверсантов. Во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры, противник был выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар. Я напомню, что от рук диверсантов погибли два мирных жителя и был ранен ребенок. Публиковала фото и видео расстрелянных украинскими диверсантами автомобилей, а также заложенных мин в Брянской области. Накануне вечером в ФСБ заявили о пресечении вылазки украинских диверсантов. Во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры, противник был выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар. Я напомню, что от рук диверсантов погибли два мирных жителя и был ранен ребенок. Редактор